Чудесный день представляет. Брат, мы идем уже 4 дня. Кругом один песок, и ему нет конца. Я хочу есть, а еще сильней пить. Не ной, ты же Зауров Фаганакс, а мы всегда можем преодолеть трудности. Но если бы ты хоть сказал, куда мы идем, может, мне было бы легче? Зачем тебе знать? Иди за мной, и все. Я старший брат. Или, может, ты мне не доверяешь? Что ты? Конечно, доверяю. Тогда пошли. И давай без лишних вопросов. Прости, брат, но я больше не могу идти. У меня сил нет. А ну вставай. Не могу. Оставь меня здесь, а сам иди. Ты моя сестра. Я не брошу тебя здесь. Давай, держись за меня и вставай. Я помогу тебе идти. Нет, не получается. Помоги же, брат! Бежим! Ух, кажется, убежали. Вот, а ты говорила, что у тебя нет сил. Смотри, вода! Пошли попьем. Тьфу, она соленая. Пить ее невозможно. Конечно, это же море. А это значит, что мы почти пришли. Куда пришли-то? Так. Мы договорились. Без лишних вопросов. Пошли. Ты сегодня какой-то странный, неразговорчивый. У тебя что-то случилось? У меня сегодня плохое предчувствие. А ты знаешь, они меня никогда не подводят. Что-то сегодня должно произойти. Ох, как я не люблю эти твои предчувствия! Мы пришли. Это страна динозавров. Давно мечтал сюда попасть. А что здесь хорошего? С первого взгляда ничем не отличается от нашей Черной долины. Когда ты уже запомнишь? Наш дом... Называется «Долина Черной Скалы».
а не черная долина. Да какая разница? Черная долина, короче говорить. Не злись ты так. Да бесит. Ты все время неправильно говоришь. Больше не буду. Так чем здесь лучше? Зачем надо было идти сюда 4 дня по пустыне? Ха, сейчас сама все увидишь. Смотри. И туда смотри. Ого! Вот это да! Никогда не видела столько травоядных в одном месте! Да, брат, ты прав. Ты еще не все видела. Пойдем оглядимся и выберем себе обед. Как тебе это семейство? Я не против. Тогда пошли. Отпусти моего сына! А ну отпустите трицератопсов! Что? Не слышу. Кто тут пищит? Вы зашли не на свою территорию! А нам все равно. Где хотим, там и охотимся. Я так не думаю. Пойдем, брат, отсюда. Ни за что. Ты как, трицератопс? Ранен, но не смертельно. Оттащите его в сторону. Это наша добыча. Отойди с нашего пути. Вы, что вы сделали с моим братом? Я вас сейчас... Папа, папочка, тебе больно? Больно, сынок, но это не страшные раны. Через неделю я буду здоров. Давай мы перенесем тебя в безопасное место. Не думаю, что эти зауропаганаксы просто так успокоятся. Они скоро вернутся. Надо быть осторожней и всех предупредить. Не так все просто оказалось, но ничего, мы еще вернемся. Но сначала я разберусь с этим рыжим Тараскозавром. Он мне чуть хвост не откусил, а я это просто так не оставлю. Так что скоро увидимся, ребята. Да хватит уже спать. Ну почему ты меня все время будешь? Пора идти. Куда?
Я напал на следы Тараскозавра. Следы еще совсем свежие. Какой еще Тараскозавр? Который мне вчера чуть хвост не откусил. Вставай уже. Ладно, ладно, встаю. Меня подожди! Вот его следы. Я этот запах надолго запомню. Он так меня унизил перед травоядными. Ага, просто взял тебя за хвост и выбросил как ненужную вещь. Да замолчи ты уже, иди за мной. Слушай, может передохнем, ну хоть чуть-чуть? Нет. Но я еле лапами передвигаю. Мы его почти уже догнали. Ну 2 минуты. За что мне такое наказание? Ладно, 2 минуты и пойдем. А-а-а! Кобра! Слезь с меня! Я боюсь! Я слышала, вы преследуете Тараскозавра. А тебе-то что? Он мне тоже не нравится. Хочу предупредить вас, что вы приближаетесь к долине сна. А там надо быть очень осторожными. Все, кто туда попадает, засыпают, и редко кто просыпается. А что Тараскозавр там делает? Живет. Он приспособился. И на него эта долина не действует. Да ерунда это все. Не бывает таких долин, где засыпаешь и не просыпаешься. Пошли, сестра. Надоело эти сказки слушать. Мое дело предупредить. А может, не пойдем? Ты поверила кобре? Да. Верь мне, сестра. Пошли. Следы ведут туда. Ничем не пахнет. И что в этой долине сна особенного? Долина как долина. Следы ведут туда. Что-то я сегодня не выспался. Ну ничего, разберемся с этим Тараскозавром и отдохнем. Что с тобой, брат? Сил что-то в лапах нет. Давай отдохнем. Нет, кобра сказала, что главное это не уснуть. Я и не сплю. О, нет! Вставай, вставай! Давай же! А, что? Ты уснул? Тебе показалось.
пошли вперед. Хотя нет, стой! Я его вижу! Нападем на него сзади! Вдвоем! Ты готова? Ой, готова! Пора! Тоже мне, охотнички! Где это мы? Что случилось? Ты чего-нибудь помнишь? Помню, как мы прыгнули на этого рыжего тараскозавра, и все. Значит, мы все-таки уснули. Куда он нас притащил? По-моему, мы опять в пустыне. Вокруг один песок. Куда же нам идти? Пошли прямо, сестра. Почему прямо? А куда ты предлагаешь? Ну, прямо так прямо. Только не злись на меня. Я не на тебя злюсь. Ох, попадешься ты мне еще, тараскозавр. Тогда тебе уже точно не поздоровится. Наконец-то я тебя нашел! Ты один? А тебе-то что? И зачем ты меня искал? У меня есть к тебе предложение. Я хочу объединить наши силы в борьбе с гигантозавром. О, да у нас гости! Отойди! У нас здесь мужской разговор! Отойди! Вот еще! Ты нам мешаешь! Не смей так разговаривать с моей сестрой. Только я могу себе это позволить. Иди сюда, Фаги. Мы всегда вместе. И если ты хочешь, чтобы я тебя выслушал, говори при ней. Ладно. Так вот, я хочу, чтобы мы вместе напали на гигантозавра. И захватили страну динозавров. А нам это зачем? А вам нравится сидеть в этой долине черной скалы, где и еды уже не осталось. А в стране динозавров полно травоядных. Нам на несколько лет хватит. И мы вдвоем с тобой, втроем, будем всем этим править. Как тебе? Звучит заманчиво. Что думаешь, сестричка? Все это хорошо, но на защиту гигантозавра встанут все травоядные. Он же устроил там перемирие. И вряд ли травоядные позволят нам хотя бы близко к нему подойти. И не только травоядные. Мне кажется, что хищники там тоже всем довольны. Тут я бы поспорил.
Не думаю, что Тирекс в восторге от этого глупого перемирия. Мы его легко переманим на свою сторону. Даже если так, вчетвером мы не справимся со всеми травоядными димитродонами и птеродактилями. Как же с тобой трудно разговаривать! Ты только подумай, чего ты лишаешься! Расправимся с гигантозавром и все травоядные наши! И тебе будет открыт путь, чтобы спокойно разобраться с тем рыжим тараскозавром, который так унизил тебя перед травоядными и выбросил как ненужную вещь. Не напоминай мне о нем, а то от злости меня трясти начинает. Не слушай его, Заурон! Он специально давит на больное место, чтобы ты согласился. Подумай, Заурон! Может, это единственный шанс, чтобы расквитаться с тараскозавром. Я согласен. Это безумие, брат! Я знаю. Отлично! Вот мой план. Будем нападать на рассвете. Тараскозавр будет еще у себя в долине сна. Птеродактили так рано не просыпаются, а Тирекс будет с нами. А травоядные? Надо пустить слух, что у них в стране динозавров появился яйцеед, который ворует все яйца и малышей динозавров. Они из дома, носа не высунут, будут охранять свое потомство. Остаются димитродоны. Но, думаю, с гигантозавром и с ними мы справимся. Как вам мой план? Ужасный. Да ладно, сойдет. Другого-то все равно нет. Пошли. И зачем ты здесь появился? Фаги, чего стоишь? Пошли. Я не пойду. Не нужна мне ваша страна динозавров. Мой дом здесь. Ну и оставайся. Лови лягушек. Пора передохнуть. Согласен, вздремнем. Фаги? Вас чуть не укусил ядовитый паук! Я думал, ты осталась в долине Черной Скалы. Разве я могла тебя оставить? Ты мой брат. Рад тебя видеть, Фаги. Все, вы закончили свои сюсю-пусю. Пойдем? Да. По
почти пришли. Давайте пойдем сразу к Тирексу, а заодно пустим слух о яйцееде. Эй, Тирекс, и нравится тебе на эту мелочь охотиться? Вы спугнули мою добычу. Чего тебе торнадо? Ты нежеланный гость здесь. Тирекс, Тирекс, да на тебя жалко смотреть. Охотишься, как какой-то мелкий хищник на оленей. А все из-за какого-то гигантозавра и его перемирия. Совсем ты себя не уважаешь, друг. Я не друг тебе. А можешь им стать. Пошли с нами. Свергнем гигантозавра, и все это станет нашим. Каким образом? Пошли, а по пути все расскажу. Эх, не доверяю я этому торнадо. Тревога! Тревога! Вы слышали? Слышали? В нашем лесу появился яйцеед! Яйцеед? Вот ужас! Тревога! Все по домам! Охраняйте свое потомство! У нас завелся яйцеед! Ох, какой кошмар! Пойдем быстрее, малыш! Караул! Прячьтесь! Кажется, сработало! А теперь спать! На рассвете выступаем! Пора. Эй, Тирекс, вставай. Что-то здесь не так. Как-то все мне это не нравится. Димитродона я беру на себя. У нас с ним давние счеты. А вы разберитесь с гигантозавром. Чего стоишь? Иди помогай! Ты что делаешь? Ты вообще на чьей стороне? Мне гигантозавр много раз жизнь спасал. Я не предам его! А ты... ты... Птеродактиль, ты здесь? Собирай всех динозавров быстрее! Понял!
Прости, я чуть не предал тебя. Ну не предал же. И что делать-то будем с этими? Давайте соберем совет и решим. А пока свяжите их, да покрепче, чтобы не сбежали. Я чего-то пропустил! Заурон, Фаги, проснитесь! Давайте же! Что? Что случилось? Ты чего так шумишь? О, как голова болит! Где это мы? Мне это место не знакомо. Заурон, как мы здесь оказались? Последнее, что я помню, как Трицератопс дал нам какую-то траву и все. Дальше провал в памяти. Мне страшно, брат. Не бойся, Фаги, ты же со мной. Вы закончили свое нытье. А теперь давайте думать, что будем делать дальше. А чего тут думать? Надо выбираться отсюда. Молодец! Здорово придумала! Откуда ты собралась выбираться? Ты хоть знаешь, где мы находимся? Нет. Вот и помалкивай! Не разговаривай с ней так. Да-да, помню. Она твоя сестра. И только ты можешь себе это позволить. Так, давайте сначала. Нам не удалось захватить страну динозавров. И этот выскочка, гигантозавр, созвал свой совет из динозавров. И они решали, что с нами делать. Потом дали нам траву, от которой мы уснули, и перетащили нас сюда. Первое, что надо сделать, это выяснить, где мы находимся. Ха! Хорошая идея, но как мы это выясним? Предлагаю пойти вдоль моря, а там разберемся. Согласны? Согласны. А я не... И ты согласна. Долго нам еще идти, Торнадо? Торнадо? Я с тобой разговариваю. Хм. Смотрите, смотрите. Здесь следы. Это наши следы. Мы здесь уже были. А это значит, что мы на острове. И мы обошли его вокруг. Здесь такая тишина. Это даже утомляет. Этот звук идет оттуда. Пошли на него. А может, здесь останемся? Нам нужна вода и еда. Уж не собираешься ли ты пить из моря? Нет, конечно. Смотрите!
гиганотозавр решил забросить нас на остров драконов. Мы погибнем здесь! Что они с нами сделают? Я не знаю, но пока они нас почему-то не трогают. Они ждут главного. Опять будут созывать совет и решать, что с нами делать? Нет, у драконов все просто. Что вожак скажет, то все и делают. Что это с ними? Не знаю. Что-что? Они увидели главного и склонили перед ним головы. Как вы посмели пересечь границы нашего острова? Вы нарушили договор между динозаврами и драконами и будете за это наказаны. Что еще за договор? Я свободный Заур Фаганакс. Где хочу, там и хожу. Помолчи. Я согласен с вами, многоуважаемый предводитель всех драконов. Но мы не по своей воле сюда прибыли. Мне все равно. Да объясните же, что за договор? Почему нам нельзя здесь находиться? Я ничего не понимаю. Раз уж меня собираются наказать, я должна знать за что. Справедливо. Мы и все наши предки всю жизнь воевали с динозаврами. Пока однажды много наших братьев-драконов не попали в плен к динозаврам. И чтобы сохранить им жизнь, я был вынужден заключить с гиганотозавром договор, согласно которому мы разделили территорию. И теперь ни один динозавр не может переступать порог нашего острова, а мы облетаем страну динозавров стороной. И вам этот гиганотозавр испортил жизнь. Как это унизительно! Вы дракон, могущественные существа, вынуждены выполнять условия этого динозаврешки. Замолчи, все уже решено. Но все можно изменить. Мы знаем все слабые стороны динозавров. А у вас есть сила. Если мы объединимся, то сможем свергнуть этого гиганотозавра. А вам это зачем? Зачем? Из-за него мы здесь оказались и столько унижений испытали. И каких унижений? Перед травоядными. Подумай над моими словами. Ты умный и сильный дракон. Не должен ты присмыкаться перед динозавром. Что о тебе подумают твои подопечные? А после завоевания страны динозавров ты станешь героем. Мне нужно время. Пока он улетел, давайте сбежим. Куда ты собралась бежать? Мы на острове. Или, может, ты море собралась переплыть? Давай. Акулы будут очень довольны. Успокойтесь. Скоро мы отсюда выберемся и расквитаемся со всеми своими обидчиками. Я бы не была так уверена. Я согласен с твоим предложением. Расскажи мне свой план. Я же вам говорил. С превеликим удовольствием. Отойдем в сторонку. Нельзя доверять этому торнадо. Почему он ушел и не стал при нас говорить? И что ты предлагаешь? Ну, я не знаю.
но у меня нет ни малейшего желания сражаться с динозаврами. Давай вернемся в нашу долину Черной Скалы. Не так-то все просто, сестренка. На рассвете выдвигаемся в сторону страны динозавров. А теперь всем спать. Вставайте, пора выдвигаться. Почему так рано? Сегодня будет великий день. Он войдет в историю. Да что с тобой сегодня? Ты сам не свой! Не знаю, меня что-то тревожит. Я не могу этого объяснить, но чувствую, что что-то должно произойти. Да что может произойти? Ты так постарался, гигантозавр, что у нас в стране тишина и покой. Мы все тебе за это благодарны. Ты даже с драконами сумел договориться. Они нас целый год уже не беспокоят. Здравствуй, Трицератопс. Трицератопс? А? Что? А, здравствуйте. Извините, я сегодня какой-то рассеянный. У тебя что-то случилось? Да нет, вроде все в порядке, но как-то неспокойно. Чувствую, что что-то должно произойти. А мои предчувствия меня никогда не подводят. Да, Трицератопс, мне тоже неспокойно. Значит так. Ты, Трицератопс, собери всех детей и их мам и отведи в безопасное место. А мы с тобой, Тараскозавр, пойдем соберем всех динозавров и будем готовиться. К чему? Пока не знаю. Ладно. Друзья, думаю, нам предстоит что-то очень серьезное. Я не знаю что, но мы должны быть готовы ко всему. Поэтому мы должны проверить все наши укрепления и будем по очереди нести дежурство. Первым пойду я, а под утро меня сменит Дилофозавр. Есть возражения? Нет, я готов. Но мне кажется, ты перебарщиваешь. Лучше перестраховаться. Я пришел на дежурство. Ты можешь идти, гигантозавр. Смотри, не усни. Ага. Ой. Странный он иногда бывает. Связываем их, пока они спят. Вот так, первый готов. Всех берем живыми. Они будут нашими пленниками. Но зачем? Пусть поработают на нас. Как скажешь. Thank you.
так не возьмешь. Началось. Спасибо, ты опять спас мне жизнь. Некогда болтать, пошли. Ого. Ну здравствуй, гигантозаврешка. Я же говорил, что это не конец. И я вернусь. Вот, я здесь. Что тебе надо? Мне? Ничего, только чтобы тебя здесь не было. Смотри, у нас все динозавры. Не все. Этого рыжего тараскозавра не хватает. Пойду его поищу. У меня с ним личные счеты. Прости, я уснул. Ты, Драго, поддался на уловки этого спинозавра. Он известный интриган. Но как ты, умный дракон, я бы сказал, самый умный из тех, что я видел. Как ты мог? У нас с тобой договор, а ты его нарушил. Ты первым его нарушил, когда притащил на мой остров этих предателей. Я никого никуда не притаскивал. Сам подумай, как мы можем добраться до вашего острова? У нас нет крыльев. Но как-то они туда попали. Мы их усыпили, положили на плот и пустили в свободное плавание. Похоже, волны прибили их к вашему берегу. Мне уже все равно. Взять их. Куда все подевались? Почему такая тишина вокруг? Надо что-то делать. Вот и все. Конец перемирию. Как долго я ждал этого момента! Пойдемте, осмотрим наши новые владения! Только оставьте одного дракона присматривать за ними! На всякий случай. Я развяжу вас. Почему ты нам помогаешь? Я родился здесь. Мне очень нравятся динозавры. Драконы хоть и являются моими родственниками, но я там чужой. А здесь я дома. Только обещайте, что не причините драконам вреда. Конечно, не причиним. Что делать будем? Сражаться? Нет, это бессмысленная битва. Драконы сильнее, но нас гораздо больше. Силы будут равны. Мы только израним друг друга, и будут напрасные жертвы. И что ты предлагаешь? Я привел подмогу. Очень кстати. Драго, может, поговорим?
Как? Мне не о чем с тобой разговаривать. Я так не думаю. Ого! Ты что, испугаешься какого-то динозавра? Подумаешь, чуть больше обычного. Замолчи, надоел ты мне. Я помог тебе завоевать страну динозавров, а ты так со мной разговариваешь. Уходи, ты предатель, а я не люблю предателей. Мы еще встретимся с тобой, Драго. Драго, мы можем сражаться сейчас, но... Я понимаю, что это бессмысленно. Вас слишком много. Как вы освободились? Это я помог. Вы меня, конечно, можете считать предателем, но я не хотел войны. Мне нравятся динозавры, и вы для меня родные. И было так прекрасно, когда у нас был мир. И мы согласны. Думаю, дети правы. Мы должны сохранить мир. Хотя бы ради того, чтобы они жили. Согласен с тобой, Драго. Я знал, что ты достойный и умный дракон. Недаром ты предводитель. Про тебя могу сказать то же самое. Мир. Мир, Драго. Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.